прекрасный объект получился. С помощью Федерации Республиканской футбола, с помощью футбольного клуба «Неман», городских властей, подарок Новому году. Конечно же, наш принцип, чем больше таких объектов будет появляться в городе Гродно, тем здоровее наша нация, тем больше здоровья у нашего будущего поколения. Я уверен, и в наших городских планах в том числе, в следующем году таких объектов тоже будет открываться, и такие в городе появятся. И не только в направлении футбола, а много разных других. Есть у нас уже подходы, другие немного, не только за счет республиканских денег, бюджетных денег, но и привлечения частных инвестиций. Конечно же, идя на любой объект открытия, обязательно с подарком. Сертификат на приобретение футбольных мячей на 5000 белорусских рублей. Подарок. Разрешите считать площадку открытой. Добрый путь.